Привет, друзья! С вами снова Пленочный Серж. Отличная погода на улице. Подмосковье, апрель, тепло. Градусов 20, наверное, на улице. Но завтра я отправлюсь в место чуть-чуть холоднее. На 5 ночей. Я беру с собой целый мешок пленки. Беру две камеры пленочных. Беру вот эту маленькую видюшечку, чтобы показать и рассказать вам все, что будет происходить, как будут проходить съемки, что и как я буду снимать. Все увидите, смотрите видео до конца. Ну что ж, полетели? Та-дам! Угадайте, где мы? А мы с вами на самой западной точке России. На самой западной точке, куда можно добраться туристу. Это здесь. Это на море, на Балтике. В городе Балтийск. У вас есть планы? Море не видели. Не видели никогда? Так поспешите. У вас мало времени. Начинаем работать. Ветер достаточно сильный, холодный, такой западный, с моря. Дует прилично. Солнце, ждем заката. Надеюсь, что будет интересно. А это наша точка, с которой мы будем сегодня работать. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах, и еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине.